В Артеке подвели итоги 22-го международного детского кинофестиваля «Алые паруса». В этом году на нем показали более 50 фильмов. Меньше, чем в прошлом, но брать решили не количеством, а качеством. За симпатии 3000-й аудитории боролись создатели больших конкурсных картин, анимационных лент, короткометражек. Кто попал в список победителей, смотрите в нашем репортаже. На большом экране самые яркие события кинофестиваля. Так стартовала церемония закрытия главного летнего кинопраздника. Сначала по традиции назвали имена лауреатов, которых определила малое детское жюри. Чтобы попасть в этот экспертный совет фестиваля, получить право подводить итоги и выбирать лучших, ребятам пришлось выдержать серьезный конкурс. Награду за лучший полнометражный анимационный фильм получили «Веселые космические приключения отважных собак-астронавтов», «Белки и стрелки» от Александра Храмцова. Лучшей девочкой-актрисой признана Аня Потебня за работу в трогательной и забавной истории о первой любви «Семицветик». Андрей Попович, главный герой фильма «Тайна темной комнаты», стал лучшим мальчиком-актером. Получив награду, Андрей не смог сдержать эмоции. Я на самом деле не ожидал, я даже не надеялся, я думаю, вручат там фильм, мне вряд ли, а тут оказалось. Приз за лучшую женскую роль достался Светлане Ходченковой за работу в фильме «Дневник мамы первоклассника». Юрий Назаров, исполнитель главной роли в картине «Мы с дедушкой», стал лучшим актером кинофестиваля. Эта трогательная киноистория собрала больше всего наград за лучшую мужскую роль и как самый добрый фильм. К сожалению, режиссер Александр Кулямин не смог присутствовать на церемонии лично. «Золотой кораблик» ему обещал передать из рук в руки юный дебютант Тимофей Разуваев. О съемках я могу сказать то, что одно. Были трудности, я не был в себе немножко не уверен. Думал, что это сон, потому что это была моя самая заветная мечта – сняться в кино. Огромное спасибо детскому жюри, я обязательно передам эту награду режиссеру. По итогам бурного обсуждения и почета голосов, награда в номинации «Самый увлекательный фильм» досталась картине «Тайна темной комнаты» Ольги Беляевой. Статуэтку за мудрость завоевала лента Павла Пархоменко «Гагарин в первой космосе», посвященная первым шагам человечества на пути освоения Вселенной и непосредственно судьбе первого космонавта. И, наконец, главный приз получил режиссерский дебют Сергея Жигунова «Три мушкетера». Очень полярные мнения по поводу фильма и... Смешно читать в интернете, кто-то кричит, что это гениально, а кто-то предлагает всех перебить, значит, участников съемочной группы. То есть равнодушных нет. Зачем, как посмели, боже мой, как это здорово. Мне кажется, что ей надо полежать этой картине. Артековцы заранее предвещали победу новой экранизации бессмертного романа Александра Дюма. И, собственно, чуть ли не в первый день кинопраздника в мыслях вручили ему гран-при. Но большие кинофестивали свято чтут законы киноискусства, главный из которых – держать интригу до последнего и, конечно, удивлять. Ольга Кравчук, Анатолий Скорик. Время новостей. Артек.